Доброе утро. Да, на градуснике у нас 0,5 градуса мороза уже. Ну, светит солнышко, видите, уже с 6 утра. Сейчас 7:10 утра. 10 октября 2023 год. У нас первый заморозок. Все померзло. Розочки пластиковые стали, гранаты стоят на улице, закаляются, картошечка моя, смотрите, какая стала. Эх, жалко картошечку, она уже вот цвести собиралась, думали, в октябре будет молодая картошечка, но нет. Розы пластиковые. Все, теперь все осыпется. Виноград такой красивый, смотрите. Как блестит на солнышке иней. Все вокруг белое. Лобоуха замерзла. Все блестит. В прошлом году был первый заморозок у нас 15 октября. А в этом году на 5 дней раньше. Ренесми замерзла. Сейчас будешь гулять. Привет. Ждать. Выходи. Вот такие вот дела у нас. Зима подкрадывается. Смотрите, как машина блестит. Вся в инее белая. Что, Ренесми? Что, Ренесми, весело. А еще баклажаны у меня были. Вот. Хотя обещали у нас плюс 2-0. Не обещали мороз. Но мороз случился, как видите. Баклажаны тоже замерзли. Сейчас это все начнет отходить. Все повянет. Ну, капусте такой мороз не страшен. Капусту еще осталось убрать. Вот такие вот дела. 10-10-23. У нас первый заморозок. Раньше, чем в прошлом году. Всем хорошего дня. Хорошего рабочего вторника. Пока.